Девочки, мальчики, всем привет! Хочу опять сделать обзор на продукты, которые я заказала из гипермаркета Лента. Значит, на 4300 рублей. Я потом напишу, сколько это в долларах на сегодняшний день, потому что доллар прыгает то туда, то сюда. Так, и значит, покажу вам продукты. Во-первых, у меня закончились все макароны. Вот это самое. Взяла макароны. В основном, девочки, все макароны сейчас идут по 54 рубля. Здесь 450 грамм, где-то побольше. Ну, 450 грамм в основном. По 54 рубля они сейчас идут по скидке. Мы очень редко едим макароны. Очень редко. Но иногда они нужны. Я взяла так, ну, где-то пачки 4. Да, больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пачечек взяла. Вот пусть будут. Это на случай, как говорится, чтобы они были, потому что когда совсем их нет, тоже иногда, и, в общем-то, когда быстренько приходишь с работы и что-нибудь приготовить, так вот макароны там с чем-нибудь быстренько сделал, бежал. Так, взяла хлебушек, хотя хлеб, девочки, мы вообще не едим, практически не едим, но я взяла, вот как мы приехали, я хлеба вообще не покупала, но у меня сын делал хлеб, вот, но вот этот я взяла кусочек, потому что я взяла сыр, может быть, какой-нибудь бутербродик. Так, значит, взяла Маздам. Так, девочки, смотрим. Маздам. Цена по карте 650 рублей. Ой, не могу. Опять забился нос. Так, задыхаюсь. Опять забился нос. Опять моя это аллергия или что это, я не знаю. В Питер приезжаешь, все, нос забивается. Дышать невозможно. Вот, значит, так. 650 рублей за килограмм. Он шел сейчас по, это по скидке. Так он, видите, это самое. И вот я взяла на 364 рубля. То есть на 6, ну, 600 почти грамм. Вот, взяла Маздам. Я его люблю, в принципе. Вот, дальше взяла вот такие корнишончики. Вот, лентовские. Не очень такие они дорогие. Девочки, вот взяла, решила взять вот такое молоко. Смотрите, оно без сухого молока. Это чистое молоко. Значит, здесь пониженной жирности это молоко. Вот, здесь, так, так, мы сами культивируем. Ну, это какое-то фермерское, судя по всему. Да, какая-то молочная культура. Вот здесь почти 2 литра. На 200 рублей получается где-то. То есть недорогое. Так, значит, взяла фарш. Это говядина со свининой. Я хочу сделать фаршированные перчики. Вот, взяла на 350... Так, на сколько я взяла? На 362 рубля я взяла. Вот, за килограмм 359, 360 рублей. Тоже по скидке он, кстати, шел. Вот, взяла масло вкуснотеево, свое любимое. Так, тоже оно сейчас идет по скидке. Вот за такой кусочек, сколько здесь? Сколько здесь? 400 грамм, девочки. Оно дорогое, оно стоит 400 рублей, получается. Но оно самое лучшее, оно натуральное. Так, взяла синявинские яйца. 30 штук на 300, на 288, по-моему, 288 рублей стоит. Считайте, сколько это за десяток. Так, взяла вот такой черкизово, тоже шла по скидке. Ветчина. На это 10 кило 700. Кило 700 на 300, что-то такое. То есть недорого. Майонез взяла, потому что хочу сделать. Вот взяла, девочки. Ой, этих. Плавленных сырков. Вот взяла плавленые сырки. Они по 49 рублей. Этот, по-моему, 34 сырка богатов. А вот эти, по-моему, по 49 рублей. Здесь 100 грамм, здесь 80 грамм. Хочу сделать... почему я майонез взяла? Хочу сделать еврейскую закусочку. Салатик. Ну, знаете, да, такой. Так, обязательно сметана. У меня тоже пониженные. 15%. Тоже сейчас шла по скидке. Так, сколько там? По 70 рублей. Бананы взяла. Бананы я взяла. Я хочу сделать молочный коктейль с бананом и с мороженым. Вот, бананы по 54 рубля у нас сейчас. Так, девочки, смотрите. Вот взяла. Вот они, видите, в таком виде они привозят, значит, такой вот это самое, чтобы не растаяло. Вот эти вот
Вот этот щербет смородина. Очень у нас жарко. Думаю, надо что-то, как бы типа мороженого, что-то такое взять. Вот этот щербет мороженого. Он такой вкусный, он пониженной калорийности. Очень вкусный. Вот я его обожаю. Взяла 3 штучки. Или 4. 4 штучки взяла. Так, там же взяла. Взяла вот это вот. Попробовать котлета куриная с картофельным пюре. Это готовое блюдо. Вот, просто интересно попробовать. С под белым грибным соусом. Сытоедов. Вот. Вот так тоже, знаете, иногда придешь или на работу взять, там разогреть, или тоже пришел с работы, там раз покушал. Так, и что у меня там еще? И вот, вот такое взяла мороженое. Тоже сейчас шло по скидке. Мороженое Лента. Пломбир. Взяла лесные ягоды. Вот лентовская. Так, поскольку оно по 300, по-моему, рублей. Да, где-то так. Так, ну сейчас покажу дальше свои покупочки. Так, ребята, дальше что? Вторая часть, как говорится. Поехали. Значит, смотрите, дальше слива. Взяла сливу. Вот это уже фруктики. Взяла сливу. Вот она по 60 рублей. Я взяла на 61, 60, ну, чуть побольше килограммчика. Взяла. Так, что это у нас? Перчик. Ой, господи, господи, девочки. Персики. Персики взяла. Они по 89 рублей. Сейчас идут со скидкой. Вот я взяла на полкило, чуть-чуть, немного взяла. Взяла огурчиков, тоже взяла огурчиков, значит, по 68 рублей. Взяла килограммчик огурчиков, взяла чуть-чуть помидор, потому что сын очень много помидор купил для Лечи, так что, думаю, там еще останется. А по 80 рублей вот это вот пальчики. Пальчики взяла на немножечко, на сколько? На 32 рубля практически. Это сколько по... 400 грамм, там 400 на полкило. Взяла абрикосики. Абрикосики взяла. А, нектарины. Белые нектарины какие-то. Думаю, решила попробовать белые нектарины, девочки. Цена 129 рублей. Я взяла на 132. Так, ну взяла перчики, чтобы нафаршировать. Они по 70 рублей. Взяла... Тут около 2 килограмм, по-моему. Да, на 98 рублей. Или тут поменьше килограмм здесь. Кило 400. Кило 400 на 98 рублей. И взяла вот зелень. Упаковка такой зелени стоит... Зелень какая-то дорогая, девочки. По-моему, 200 рублей упаковка. Вот. Ну, тут все тут полностью. Так, ну вот. Вот все мои покупочки. Сейчас свеклу взяла, резаную уже свеклу готовую. Вот 70 рублей за полкило. И редис тоже полкило, по-моему, 70 рублей тоже. Так, девочки, ну вот все, больше я ничего не брала. Мясо у нас есть, все у нас есть. Вы знаете, мы сейчас едим очень мало, потому что жарко, лето, и еду просто я не успеваю, девочки. Я работаю, не успеваю это все готовить, и мы не успеваем это все есть, поэтому очень много еды просто выбрасывается, честное слово. Поэтому беру, постараюсь брать все по минимуму, вот это самое, ну вот так вот. Потому что, ну, я говорю, что я работаю, и работаю я с утра до вечера, вот, то есть 8-часовой рабочий день у меня. Мне еще надо доехать до дома, а сил уже, знаете, все-таки я не девочка. Силы тоже уже, раньше так ты-ты-ты, сейчас уже не так ты-ты-ты. Все-таки 55 лет будет в этом году, вот, в октябре месяце, знаете, уже здоровье уже не то, все не то. Я, кстати, сейчас подсела, смотрю... Ой, эту маму отличника. Вообще смотрю взахлёб ее сейчас видео. Она наконец занялась собой, занялась здоровым образом жизни. Она вот ходит по неумывайкину, голодает. Вы знаете, мне очень понравилось этот комплекс голодания. Я вот не знаю даже, что-то я загорелась, не знаю. Я, конечно, езжу в санаторий, там есть все эти процедуры, которые она там показывает, даже там намного больше процедур, но именно вот это голодание, вот это вот 10-дневное
Да, вот она действительно похорошела, она действительно похудела, вот, и, конечно, вот это голодание мне очень-очень, как бы, импонирует, не знаю, девочки, напишите в комментариях, или это самое, вот, как вы думаете, это вообще голодание, это очень полезная вещь, а вот мы все жрем да жрем, но я говорю, что сейчас беру, это на семью, понимаете, беру по минимуму, поэтому вот так вот, ну, все, всем мира, добра, любви и спокойствия, девочки, только спокойствие.